священники, вызванники и так далее. Но так получилось, что у нас тут были всякие мероприятия утром. Короче говоря, я обнаружил, что я оставил ноты. Ну, думаю, эти ноты опубликованы, они в библиотеке есть, я хорошо помню, какие нашел их Никанор, все такое. Мы вот с Александром Владимировичем приходим, думаю, ладно, ничего, приходим в библиотеку, этих нот нет. Куда они делись, непонятно. То, что были, точно знаю, что были, нет. Да, конечно, это опубликованные ноты, не проблема. Почему их дело мог? Что делать? Я уже обещал, ну, хоть есть другие ноты. Нашли другие ноты. Значит, но эти ноты я сейчас не играл. Да и вообще, в отличие от них, не исполнитель, не гитарист, не пианист. Все равно все композитор, понимаете? Вот поэтому, вот так вот, не знаю, что будет делать. Но вместе с тем, когда я взял, посмотрел те ноты, которые у нас есть в библиотеке, я посмотрел там, наткнулся на один цикл такой фортепианный. И там одна пьеса под названием «Время Ленина» тут да. Есть, слава Богу. Под названием «Пояс и яблоко». И тогда я решил, ага, вот я что-то такое из этого сыграю, но я совсем не репетировал. Вообще. Возможности у меня не было, выяснилось сердце, так что я буду сейчас вот ковырять там, так что извините. Что-то, почему-то ее «Улица Яблонка» и «Ивлева». Очень причем. Дело в том, что я тогда жил на Ухте. Значит, и вот как раз в это время у нас там дни рождения почти совпадают. Несколько дней назад было, у меня сегодня. Вот, значит, в коммунальной квартире я жил в такой. Значит, вот пригласил своих ближайших друзей, вот сидящих тут пар, Виктор Аркадьевич, Елена Евгеньевна. Тогда просто был Виктор и Лена. Можно так ничего? Значит, Лариса, Саша Краковенко еще был, Юра Бойко, еще несколько человек. Мы там собрались, и так получилось, что мы сидели всю ночь. Всю ночь сидели, настало утро, вот. Не думайте, что мы там что-то особенно там пели, нет, нет, мы просто разговаривали, там песни пели всякие, там, Виктор Аркадьевич еще был, на гитаре пел песни всякие, Бойко тоже вообще. Всем, короче, рядом все. В общем, вышли мы на улицу на этой Ухте. И так, какое-то состояние такое. Лариса Михайловна какая-то такая вся возвышенная, какая-то прямо всегда вот утонченная была, тут она прямо взлетала. Полностью чем, что она взлетает. Вот мы идем, 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 повернули вправо, переходим на Черкасский проспект, идем дальше, громады таких домов новое современное. И вдруг попадаем в деревню. Причем с одной стороны громада дома, с другой стороны громада дома. Между ними маленькая улочка, речка. Маленькая речка, узкая совсем. Значит, двумя берегами там лодка стоит, несколько домиков деревянных, ну, в общем, одноэтажных. И люди живут там один что-то. Пали в деревню. Друг. Нежданная, громадная. Сильное впечатление было, но у всех это было. Мы ходили какие-то все такие. Ну, потом прошло какое-то количество времени. Я уехал из Ухты. Не был там несколько лет. Приезжаю. Да, там да, на этой деревне написано «Улица Яблоновка». Улица. Улица, город Петербург. Значит, хотя деревенька такая, в одну улицу действительно. Видимо, название деревни было, не видимо, а точно было название деревни Яблоновка. Прихожу уже, приехал снова на Ухту, ищу, показываю, деревни нет, ничего нет. Речка осталась, ни лодок, ничего нет, громады и все такое. А тут осталось. Тут осталось, вообще везде осталось. Я подумал, что вот что-то такое, надо как-то это все изложить музыкально. А тем более, что много у нас такого. Когда придешь, смотришь, мы ходим по городу, и вот как-то иногда только становишься, начинаешь видеть. О, там проходим переулок, а там было запорожское войско. Я еще слушаю, что мы кант, как это звучит. Ну, спели казаки. А вот у нас специалисты по канту два сидят. Я не знаю, правильно я сделал, неправильно скажете сейчас. Может, неправильно. Значит, вот, значит, или там еще какое-то место. А вот там были снесенные дома. Нет их. Но они были. И прямо слышишь, что у нас, я закрываю глаза, и снесенные дома танцуют вальс.
Так постепенно, потихонечку возник такой лицедром определенный под названием «Петербургские тени». Кое-что из этого, может быть, даже вы слышали, может быть, целиком, я сейчас отдельные вещи только покажу, но то, что смогу. Но вот тени, что нас окружают, вот здесь это издано, это, казалось бы, претензия имеется. Ну, так, вот такое преамбула небольшая. Ну, так вот, такие там слова. Человек умирает, дома сносит, события уходят, а тени их остаются. Тени в широком смысле нет. Тени близких и далеких событий тесно переплелись с реальным бытом, создавая ауру города, в котором мы живем. Это не история каких-то событий, а вот они так переплетаются. Вот несколько теней я сейчас сыграю. Можно прелюдии сыграть появление теней. Кант в Боровском переулке. Музычка. Шкатулка. В середине 19 века много было. Ну, очень популярные были такие механические музыкальные шкатулки. Это я не сыграю. Вот разве там поздно. Полная доля. Спасибо, женщины, газы, гороскоп, дергается, газа. Картонное домино. В 1937 году мой дед по маме был репрессирован. Там, видимо, научился, но он ничего не подписал, не институционно согласился, его освободили, в конце концов, потом он посидел какое-то время. И там, видимо, научился делать домино из картона. И с этим домино научил меня делать, мы с ним в детстве играли. Вот этот камень, вот эту самую тень, которую тоже сыграл. Не знаю, как сыграл. «Иллюзион». Немое кино. Было такое. Когда изображал, значит, экран был, да, что-то шло, а сидел пианист, и что-то там под экран соответствующе наигрывал. «Улица Ямбамовка». Ну, я не буду читать, что написано. Вокруг Петербурга было немало всего. Их следы. Невероятным образом сохраненные. Какое-то время находим среди старых и новых участков города. Есть еще такие. Яблоновка. Ну, это наше воспоминание. Вальс снесен. Это все представлено. Ну, еще одна вещь, может быть, звонок из Вильнюса. Январская осень 1991 года, когда танки ходили там тучи над городом, не позвонили, думали, что сейчас все уже уничтожено. Ну, было впечатление, вот как-то такое. На балу в Кадетском. На меня, кстати, все время очень сильное произвело впечатление. Здание кадетского корпуса в Кронштадте. Кронштадт тоже в Петербурге. Как-то вот я себе представил бал, вообще такой. Не знаю, что. Тут ничего не изображал, просто вот такая тень вот этого бала. Ну и хватит, наверное. Потом посмотрим. Посмотрим, что получится. Не ругайтесь очень, ладно? Thank you.
если после реконструкции.